Молодец! Тебе удалось обнаружить кредитную карту. Эти никчемные салаги не ровня великому капитану Квадратная Борода! А-а-а! Щелкай мышкой, чтобы перемещать губку Боба по палубе корабля. Столкни все ящики в отверстие в центре палубы. Пройди все три уровня, чтобы закончить эту игру. Разыскать большую жемчужину. Тебе удалось разыскать карту сокровищ. Ты получаешь золотой зуб. О, вот ведь где, мистер Крабс. Сейчас, может быть, неподходящее время спрашивать, но я тут подумал, в смысле, если вас не очень затруднит... Возможно ли, чтобы я... могу я получить прибавку к зарплате? Прибавку? Ты что, Губка Боб,
Опять китовых пузырьков надышался. Вытащи меня из проклятущего трюма, пока я не решил сделать Скидварда работником месяца. Что? Что за чепуха? Да, капитан, я вытащу вас отсюда сию секунду. Ответь на вопросы правильно, чтобы вызволить мистера Крабса из клетки. С течением времени робот будет убирать неправильные ответы. Набери минимум 500 очков, чтобы пройти эту игру. Играем, играем, играем. Что мистер Крабс подарил дочери на день рождения? Один жизнь, какой-то домашний животный, мои крошечки, копеечки, монетки. Ура! Какая фамилия у мистера Крабса? Деньги, денежки, деньжата, деньжищи! Деньжоночки мои, грошики, копеечки, монетки! Селёдку в каком? Тебе море по колено! Так держать, тебе удалось разыскать бумажник. Когда родился мистер Крабс? Деньги, денежки, деньжата, деньжищи! Деньжоночки мои, грошики, копеечки, монетки! В каком костюме пришел Губка Боб на вечеринку мистера Крабса по случаю Хэллоуина? Деньги, денежки, деньжата, деньжищи! Деньжоночки мои, грошики, копеечки, монетки! Что написано на мусорном контейнере за рестораном Красти Крабс? Деньги, денежки, деньжата, деньжищи! Деньжоночки мои, грошики, копеечки, монеты! Здорово! Ты получаешь квитанцию из химчистки. Как зовут дочь мистера Крабса? Деньги, денежки, деньжата, деньжищи! Деньжоночки мои, грошики, копеечки, монетки! Чем раньше был ресторан Красти Крабс? Деньги, денежки, деньжата, деньжищи! Деньжоночки мои, грошики, копеечки, монетки! Какое имя у мистера Крабса? Ура! Как называется ресторан мистера Крабса? Деньги, денежки, деньжата, деньжищи! Деньжоночки мои, грошики, копеечки, монетки! Ура!